Мария Николаевна Прусакова, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, хочу процитировать Владимира Владимировича Путина, его речь на пресс-конференции в 2012 году. «Если бы я считал тоталитаризм или авторитаризм предпочтительным для нашей страны, я бы просто изменил Конституцию. Исходя из этого, мы на сегодня констатируем, что Владимир Владимирович признает, что нам необходима авторитарная или тоталитарная система нашего государства. В противном случае эти изменения бы сегодня не проводились». Могу сказать, что те сторонники Путина, которые говорят о стабильности, которая с его руководством в стране присутствует, но вы знаете, если проводить аналогию с больным, кома – это тоже стабильность. Так вот, наша экономика сегодня стабильна в тяжелом состоянии. И ей необходимо сегодня было бы действительно изменения, в том числе и Конституции, но те изменения и поправки – и не просто ремонт, а кардинальные изменения, которые бы могли совершить тот прорыв, о котором заявляется. Если бы принципиально было бы изменено отношение к чиновникам в рамках борьбы с коррупцией и запрет не просто на счета и гражданство, а прежде всего на запрет недвижимости за границей, запрет также, чтобы распространялся на их детей и супругов, которые сегодня попадают в перечень лиц, которые обязаны подавать сведения о доходах. Была бы поддержана предложение КПРФ о внесении пенсионного возраста. Вы знаете, что на проведение вот этой процедуры, которую я, кроме как прихотью президента назвать, по-другому не могу, будет потрачено порядка 14 миллиардов рублей. Напомню, что на повышение пенсионного возраста было сэкономлено 21 миллиард. Так вот для чего, оказывается, люди сегодня должны умирать на рабочих местах. Чтобы мы проводили, по сути, дорогостоящий социологический опрос, который, согласно закону, не имеет никаких серьезных юридических последствий. Да, президент заявляет о том, что в случае, если больше половины не поддержат, то закон не вступит в силу. Но вы знаете, я все-таки привыкла верить словам тех людей, которые выполняют свои обязательства. А если мы вспомним хотя бы даже обещание президента, что при нем не будет повышен пенсионный возраст, который он не сдержал, или другие обещания, в том числе в отношении Конституции, или в том числе увеличение сроков его полномочий. Могу сказать, что сегодня, конечно, вот этот вот, скажем так, ну, процедура, которая предлагается, по-другому я ее назвать не могу, все это политическая прелюдия к решению одного вопроса. И если сегодня люди не придут на участки, на которых, кстати, никоим образом нельзя будет проконтролировать итоги этого голосования, никакой аналогии проводить с плебисцитом, либо с референдумом, либо с выборами невозможно. Если мы посмотрим на условия проведения, когда голосование будет, сегодня создаются дополнительные участки, где, по сути, даже граф о том, кто на дому проголосовал, кто нет, не будет. Поэтому итоги голосования, в принципе, даже те протоколы, которые получат наблюдатели, не будут иметь юридической силы в суде, чтобы доказать какие-то фальсификации. Поэтому хочу сказать, что если даже сегодня не проводить это всероссийское голосование, то ничего для нас с вами не изменится. Те предложения, кроме одной поправки, которая сегодня вносится президентом и внесена в Государственную Думу, они все так или иначе продублированы в федеральных законах. Слушайте, ну давайте не будем друг друга обманывать. Вообще-то в Семейном кодексе записано статья 1, пункт 3, о том, что регулируются семейные отношения, осуществляющие в соответствии с принципами добровольности брачного союза между мужчиной и женщиной. Ну давайте внесем в Конституцию, что 2×2=4, что воздух воздушный и другие очевидные вещи, против которых сегодня никто не выступает. Фракция КПРФ сегодня внесла действительно своих принципиальных 15 поправок. Две основных – это пенсионный возраст и природные ресурсы, которые должны принадлежать жителям всей нашей страны. Россия – единственная в мире страна, в Конституции которой закреплена частная собственность на природные ресурсы. Давайте уберем одно слово «частное», и мы сразу совершим прорыв, мы сразу с вами сможем выполнить национальные проекты. Мы сразу станем с вами страной, где большая часть населения не живет за чертой бедности. Но если мы в течение полугода обсуждаем переименование аэропортов,
И за переименование каждого аэропорта люди голосуют отдельно. Как мы можем голосовать пакетом за поправки, которые меняют, как говорится, сегодня жизнь людей? Получается, что то, как будет называться аэропорт Шереметьево, для нас важнее, что у нас будет записано в Конституции. Путин сказал о том, что поддержка в день всероссийского голосования будет тождественна одобрению внесенных предложений. Тем самым он абсолютно дискредитирует все остальные поправки. Поэтому единственная возможность выразить согласие или протест против обнуления сегодня сроков президента – это голосовать в отношении только одной поправки, которая была внесена. Со слов одной, говорю сейчас как жительница Алтайского края, вот теперь к стыду моему, человека, который приземлился на территории нашего региона. Напомню, что, я так предполагаю, что по дороге к трибуне Терешкова только фамилию поменяла, Брежнев на Путин. С подобной речью она выступала несколько десятков лет назад. Поэтому относиться серьезно к таким предложениям, прозвучавших от одного человека, и сегодня фактически решать вопрос конкретно по этому вопросу, я считаю просто издевательством. Поэтому коммунисты на сегодня никак не могут поддержать те предложения, которые вносятся, но при этом, естественно, мы на сегодня не голосуем против тех очевидных социальных предложений, которые озвучиваются. Поэтому, в принципе, считаем необходимым воздержаться и устраниться от данной, от участия в данном мероприятии. Спасибо. Спасибо. Решение принято. Спасибо.